показать. Давай. Пожалуйста, стоп. Высокий партер. Никита, становись, высокий партер. Никита, высокий партер. Пожалуйста, первый прием. И удержали. Уно. Сюда. Давай. Ну вот, подумай. Это? Да. Давай. Сразу две руки, не одну, две. Вот, подумай. Ширина.
что? Да, видел. Анализ на него. Да, сын. Как раз? Все, брат. Все, брат. Не трюки, а что это? А ты подашь свое прямо. Все. Еще раз. Две девочки другие ходили. Значит, остановись. Лучше, как на ТНС.
Лук чувствует, да? Значит, есть две команды. Две команды. Лукреата, ну Лукреата. Акшеме, Мате. Надо учить греховский язык. Хаджиме и Мате. Лукреата, ну Лукреата. Говорите. Показать. Нет, вы даже спокойно. Есть слово такое. Рэп. Это ты же учил так. Рэп. Мы должны поклониться, сделать два шага. И команда идет хаджиме. Хаджиме, значит, мы боремся. Дорогая, берем, 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 берем. Судья говорит, стоп, стоп. Мате, мы уходим, становимся, поправляем тему мова сразу. Так, и прически должны быть теперь. Кольца нельзя. Сережки нельзя и заколки металлические. Да, браслеты тоже. Стараться, да, стараться, это на танцах. Так, это, Николай. Раз, два, раз, два, три. Значит, вот им, чтобы вы одели кимоно краю. Ну что вы стоите? Мы закончили. Что вы закончили? Закончили? Да. Переворот ключ. Иди сюда, Андрюк, быстро я попробую. Бежом. Высокий парк сюда. Высокий парк. Еще раз. Никита, я смотрю, я смотрю. Смотри. Рука сюда, рука сюда. И не падаешь просто. Раз, оп, смотри. Вот он упал, упал. И ты отсюда делаешь удержание. То есть не сбоку, а отсюда. По 3-4 раза вправо влево. Так. Так, теперь приза. Захват. Захват. Приза. Есть лутузы. Классика и ну-классика. Ну-классика это шип. Замечание. Как замечать приза? Присяда. То есть, смотрите. Классический захват. С этой стороны это. С этой стороны это рука. Сюда. Это классический захват. А вот это вот. Это классический. Это шип. Вот за пояс. Шип. Это замечание. Да, если я беру захват и не даю бороться, буду прятать. Опять, шида. Три шида. Гата, отсоку маты не против. Дисквалификация. Еще раз. Значит, фриза. Был, да. Захват, суд был. Еще раз. Двое. Три, плату, нормально. Вот это ненормально. Вот это ненормально. Это ненормально. Ненормально. Все, ниже пояса, все не признак. Ненормально. То есть весь захват сверху, то есть до пояса. Все, значит сюда. Сейчас вы выберете классический захват. Раз. Значит, смотрите. Если я беру уму дой, то рука. Это залог. Теперь меняем захват. Ой. Раз. Два. Три. Четыре. Ты считаешь? Раз. Два. Три. Двенадцать раз. Далее сюда. Влево сюда. Вот вы берете захват и меняете. Ты берешь, ты главная, а она ответный захват берет. Так, куда пошел? Я снимаю свет. Светный? Одевал полчаса. Выходи сюда. Просто держишь, да? Да? Смотри, Никита. Берешь захват,
отсюда. Все. Посередине. Ушел. Это рука уходит. Не надо. Ту ножку ставишь, оп. Пошли по 5 раз. Вы. Так. Он падает умнее. Сделаем ему задницу. Сюда. Есть. Так, значит, что ты бегаешь? Нет. Вика, иди сюда. Так, пожалуйста.
Так,
Блин, Саша, ты как взял с камеры, все побросал мне, фигня поганая. Уже это не работает. Так, а это хоть работает? Это работает. А это... О! Отлично. Так. Отлично. Так, вас снимаю. Так. Ну что? Как у вас, Михаила? Ну? Далеко от них, так не тяжело. Сама ближе, человек. Сама ближе подъезжай. Да? Вот так, раз, подъезжай. Здесь она падает. Ты наклоняешь ее сюда, а она падает, а ты ее сюда, приходится приседать. Хорошо. Хорошо. Девочки, идите сюда. А, Вика, попробуйте. Да, Михаил, а ты? А, делаешь, чувствуешь, не получается. Оп, ногу вытащил. Потом не. Так. Ну что, что вы сидите? Ну, сейчас мы поборолись об том. А из чем? Чем? Вы камера? Камера все увидит. Нет. Вот. Где его мы сидели? Потом тебе покажу, как ты разговариваешь. Так. Вы, хозяин, сейчас будете бороться. Как будете бороться? Значит, выходите сюда. Я даю Вики за два. Вика, это как? Почему? Когда она начнет делать, она может упасть вперед. Поэтому ты старайся ее покажем. Ты что можешь? Во-первых, ножки пошире, чтобы не убираешь ножку. А во-вторых, смотри, когда она делает, оп, сюда, плюс. Оп, прижала. Если нормально, как бы она, то можно делать раз чуть-чуть сильнее. Она туда даже будет падать, туда придержать. Значит, ты, а когда ты к сыну приедешь, да? Ты делаешь на руках и на пол. И детей как... Все, ай. Сыня, да? Вика, ты. Вика, да. Я что ты хлопаешь? Человек новичок. Вика молодец. Вот если бы она тебя бросила. А ну бросит. Бросит, я уверен. Бросит. Давай. Так, стоп, смотри. Посмотри.
Я думаю, что мы по приторию, да?
Так, вот сейчас проверим ее силу. Пашем пас, что? Так, ну что, стоп. Вот он еще один, нет?
Еще раз, Виктор, ты ведешь. Значит, что нужно делать? Надо смотреть, откуда мяч прилетает. Отсюда. Здесь, вот, например, Вадим. Ты даже не смотри, потом стоп сюда бросаешь. Смотри на нее. Мяч. Ты даже. Не надо. Сюда раз, и уже кидаешь. Сюда. Уже 4 мяча. Готовы? Вика, ты говоришь, раз, два, покажи, идут бросок. Смотри, вверх, на три, раз, два, раз, два, и сразу пошли бросок.
Как у вас? Андрей, вы сделали? Сейчас мы делаем. Хорошо. Так, девочки. Далее. Заправили. Поправили прямого. Если хорошо, то просто я просто разбираю. А вы как сос на внутренности? Там вешалось не было? Есть. Есть. Только кимоно на вот те кимоно, те маленькие? Да. Те сними. А мне нужно усадить, просто дай мне. А вот это уно. Это мое кимоно. Да? Мое? Но пока твое. Не курить, да. Значит, да. Повесишь. Она тоже повесит. Все, построили? Как построили? Нет, поставьте вниз сюда. Не вверх, а вот это. Все, девочки. Смотрите, Вика, Михаила, Валерия, вот так, не по росту, а вот бабушка, так, ну, они давно занимаются, как бы, да, вот так можно чуть-чуть расслабить, да, значит, Василий, а Гибелицыны Бекала, нет? Послезавтра. Хорошо. Так. Ты. Когда кофе принесешь? Завтра? К ним. Или лучше тебя заставить, чтобы ты выбирал? Проверь. Не, лучше помочь. Я вот уже душу. Да, дома. Значит, смотрите. Пока у тебя какие уроки тебе завтра? Шесть. Значит, Лаура три. Лунь, Марс, Жонь, Винь. Если вдруг кто-то пропустил, значит, Лунь, Марс. Мерку, поищи, работает до потери пульса. Отрабатывает. Василий, Лунь, Марс, Жонь, Винь. Лаура три, Лаура четыре. Так. Значит, справку принес. Принесет. У тебя есть. Что ты принес? А. Ты в прошлом году принес. А есть у тебя сейчас? Нет? Ну я уже ту старую дал. Так, Андрюха принес, Тадим принес. Мне нужно сейчас расскажу, что. А доверенство 12 копия. Или же пашапорт копия. Да. Копия, да. Ваша. Михаил, мы сделаем, твоя есть. Я не помню, кажется, есть или нет. Ну, посмотрим. Так, Вадим есть. Андрей есть. Твоего нет. Сделай все копию. Да? Хорошо. Все. Оленеля. Дребс. Все. Опасно. Разбивалку. И там вешается вам вообще. Как вешать? Мираж. Мираж, да? Мираж, значит, тихо ты их освободишь, да, стоит поменьше. Телефоны, мобильные. Можете оставить. Мы завтра вам продадим. Нам? Нет, их не телефон, я же продадим, мы пойдем в песню с ними же. Конечно.